И снова здравствуйте, с вами снова Олег, а вы снова на канале Клуб Адептов Кухонной Магии. Итак, Arena Open, второй день. Я чуть было не пропустил уже тайминг. Осталось 9 минут всего до конца регистрации. Я пока возился с монтажом видео по первому дню, чуть не пропустил второй день. И за него дают камешки, но здесь, я так понимаю, бо-3 вроде как, строго бо-3 будет. Какие-то эти самые, непонятно. И до 8 побед. Либо до 2 поражений. За 7 побед дают $2000. За 8 побед дают $2500. Ну, на это я сильно не рассчитываю. Тем не менее, с кристальчиками здесь тоже все достаточно неплохо. Даже если я одну победу только получу, то уже одно участие я себе компенсирую. Ну, в моем случае главное не победа, главное участие. И тем не менее, будем клепать контент для канала, для клуба адептов кухонной магии. И тратим свой жетончик, который заработали честным трудом. Если вы не видели, посмотрите предыдущее видео, где я за этот жетон бился как волк. Колодой на волках, кстати говоря. Ой, нервишки, ладошки потеют. Да, подтверждаем готовность. Большая кружка крепкого кофеечка. Но здесь, конечно, будет, я думаю, гораздо более жестко, чем в первом дне. Так, у нас есть волчок. Волчок мне не очень нравится. У нас есть очиститель. Очиститель мне нравится. Здесь собиратель кровавой подати тоже достаточно интересный. Но, честно говоря, волчок вообще не тянет на редкую карту. Здесь я, наверное, возьму очистителя. Очиститель очень хорош. Прям очень хорош. И как меня набахали этим очистителем под даром клыков, это отдельная история. И таким образом, видимо, в черно-белый мы идем. В принципе, черно-белый неплохой архетип. Вопрос, дадут ли мне его надрафтить. Здесь выбор между доблестной стойкой и ненасытной гостьей, на самом деле, для меня, по крайней мере. Может быть, вы видите какие-то другие важные пики, например, щитобойца. Я, наверное, возьму ремовал. Хотя, конечно, ненасытная гостья с очистителем синергирует достаточно плотно. Так, грация. Достаточно хороший волк. Здесь я, честно говоря, не знаю даже. Наверное, я возьму ученицу. Бустер, на мой взгляд, достаточно слабый. То есть, ну, фаланга очень
заточена под какой-то архетип, ну, на тафнесе инакомыслящие это эксплойт. Может, имеет смысл взять воздаяние и пойти в морду цвета, например. Но я уже не успел. Здесь у нас... Я смотрю, синий достаточно открытый как-то. В зеленом вурма передают четвертым пиком. Непонятно. На мой взгляд, это первый, второй пик. Ползун. Блин, зеленый, судя по всему, достаточно открытый. Что-то мне не очень нравится, но... пропускать одного за другим. Я не знаю. Здесь зеленый вообще никто не берет, я смотрю. Но если его так налево отдают, то там слева-то уж, наверное, его будут забирать. С черным и белым все плохо. Черные и белые просто-напросто весь выгребают. Первый бустер, и я что-то как-то нифига не попадаю ни туда, ни сюда. Это печально. Это печально. Повелся на очистителя, и в итоге... Это все не в колоду на лайфлинке. Инакомыслящий хоть как-то комбиться с фермером. Пока что плохо. Толкового ремовала нету. Пила 13-м пиком. Ну, волк-то ладно, волк нормально последним пиком.
На мой взгляд, все плохо. Очистители, конечно, хороши, но что, все играют черно-белым, что ли? Как-то передают все цвета, кроме черного и белого толком. Тайны ходят просто охапками. Блин, здесь тот, кто набирает зеленый, выиграет. Так, здесь хороший прохожий. Прохожий хороший. И это как раз достаточно неплохая активация для очистителя. Может добавить зеленый и положить в урма. Положить сигардианку. Здесь я возьму ритуал, потому что, ну, ремувал мне нужен какой-то. Вообще, конечно, дечка мне нравится гораздо меньше, чем то, что я собирал в первый раз. Здесь просто-напросто ничего нету. Гостя достаточно поздно пришла. Гостю я вторую с удовольствием возьму. Я думаю, что возьму и наследие. Может оказаться неплохим. Подъедать карты из кладбища оппонента. Не, ну здесь есть обескровить, поэтому обескровить, конечно же. Рарка дурацкая, яйцо мне ни в архетип и ни в цвет. Нежилой дворецкий, в принципе, можно, наверное, его брать, но не вперед ремувала.
Тащеножка мне, наверное, не нужна. Хотя, не знаю. Грабитель не подходит совершенно точно. У меня вообще не про это колода. Я, наверное, возьму флайера с лайфлинком. Сигардианка не похожа на... Так, еще одно обескровить. Ну, вечер становится веселее. Вроде как здесь больше особо ничего и нету вообще. В бело-черном здесь брать особо нечего. Еще один ремовал, но грех не брать его, грех. Грех не брать еще один ремовал. Клевый волк. Здесь мы, наверное, возьмем еще одного кадета. Не уверен вообще, что это будет мои кадеты замечательные работать. Может быть, имеет смысл вперед него взять мифика. Но нет, я не хочу в зеленый идти в начале. Или дар клыков. Вероятно, мы возьмем такого, потому что он может будет работать. Щитобоец. Не знаю, возьму в сайдборд пока что. Так, вернулся с круга этот самый. За 5 манки, но с другой стороны срабатывает с этим, не знаю. Просто uncommon. Ножик возьму на всякий случай. Я не думаю, что буду им играть. Хотя в вампирской дечке ножик может неплохо будет работать. В общем, как бы колода достаточно своеобразная. Я не взял скорпион, мне не нужен. Насчет пресвитера я, честно говоря, тоже совсем не уверен, но с другой стороны, он же человек, этот пресвитер, он вампир. Тогда он точно мне не нужен. И тогда я зря пропустил.
Это у нас стабилизация плюс изгоняние каких-нибудь там скелетонов и прочего. Колода не выглядит чем-то достойным сыграть 8-1. Да. Положу я себе ножик. Хотя, конечно, мне тут надо выкидывать дофига просто-напросто. Так, этот создает фишки крови через жизни, что достаточно приятно. Я не уверен в наследии, конечно.
Ну, я думаю, что как-нибудь так, наверное. Вообще не уверен, что Сигардианка и кадеты будут работать. Посмотрим. Может быть, зря я кофе налил. Что-то у меня сердечко стучит прямо так. Тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас я кофе еще напьюсь, так и в прямом эфире тут. Ну, не в прямом эфире, в записи. Кирдыкнусь. Они вдвоем против одного, это нечестно было. Я не могу сказать, что это супер рука. Но, блин, я думаю, что я ее оставлю, потому что помулиганишься, получишь хуже. У меня есть ремувал, в крайнем случае, который я могу сказать, если будет что-то действительно опасное. Я не хочу говорить в этого самого. Ни в грибневорк, ни в грибневолка не воскалившегося. Но я сейчас получу прям на дофига. Прям на дофига я получу. Очень медленно. Если сейчас он пофайтится с моим очистителем, то, конечно, будет неприятно. К сожалению, пока что не это самое. На четырех манах вообще не очень, ни то, ни сё получается. Это 5 в любом случае, да? Ну, что сказать, я не успел.
Так, я думаю, что возьму я пробивающий свет, если он у меня есть второй. Был же. Нет, не взял я его. Окей. Опять все достаточно медленно. Он уже один раз меня примерно за такое же наказал. Я, к сожалению, не могу прокачать ни замаскированного кадета, ни наездника. Это такая печалька. А, я кадета и сыграть не могу, да? Качество. Ну так я не пропускаю на 3, и при этом зомбешника оставлю в размен. А, вот так вот, да?
Не топыря я вроде как не хочу. Поэтому поставлю. Если у него еще один ремовал, ну куда деваться? Выглядит так, что у него еще один ремовал. Не знаю, почему в конце хода это не сделал. Прям очень агрессивный чувак. Очень агрессивный чувак. Так я без ремувала остаюсь. С другой стороны, он на одной карте, но на двух картах. Есть у него прокачка или нету? Я не верю, что у него в двух картах еще одна прокачка. Что здесь скажешь, но... Ничего здесь не скажешь. Да ты серьезно? Арена, что ты делаешь? Зачем ты меня? Зачем ты меня гнобишь?
Ну, достойно, чего? То есть, ну, я не готов к такому был абсолютно. Пятьдесят восемь ремоулов. Хотя бы одну победку-то я сделаю. Или даже одной победы мне не дадут. Нет, это я буду мулиганить. В этой руке вообще нечего играть. Такое оставлю. Причем, наверное, оставлю прям полностью. Можно поставить, попробовать этого самого и сыграть пробивающий свет, но если он подкачнет, то тогда будет печалька. Что-то, блин, как-то слишком. Да. Цапля надежды.
Ни то, ни сё, ни вообще никак. Адово избиение. Мне, видимо, надо на постоянку сделать так, потому что, очевидно, мне не хватает существ. Да, буду первый. Буду ли я первый? Ну, фермера можно воткнуть. А чистителя нельзя воткнуть. И пробивающий свет нельзя воткнуть. Как вообще, блин, в руке где? Я думаю, что, наверное, так, наверное, лучше. Так, наверное, лучше. Что мы хотим здесь выложить? Вопрос. Цаплю надежды, наверное. Можно мне земельку третью, пожалуйста? Я буду очень признателен. Нет?
конечно же, площадь не будет, это очевидно. Вау, 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 вау. Так, пока он вроде не может ее поэкипать. Но в любом случае это неприятно. Не сакнул.
На самом деле, конечно, фигово все. На инстаскорости я это сделать не могу. Он переэкипает пилу. Ну, выглядит это как ГГ, честно говоря, учитывая, что... Я не могу активировать и то, и другое. И он меня просто убивает двумя.
второй черный нету. Блин. Из трех зеленых мне пришло две. Из черных, которых сколько? Шесть. Мне пришло тоже две. В итоге я сижу и не могу ничего сделать. Просто бред какой-то. Ну, что ж делать? Такова магия. К сожалению, даже несмотря на то, что у меня хороший ремовал есть, но у меня нет никаких возможностей сыграть то и то. Я могу... Это 5. Это 5. Ну что же, ребят, вот такой вот получился второй день. Ну, наверное, как бы, может быть, и не стоило ожидать чего-то другого. Пять тысяч мне дали, да, обратно? И то приятно. По крайней мере, третье участие в день один мне компенсировалось. Но тут как бы есть над чем еще работать. Это абсолютно точно. Уровень игроков во втором дне, как бы, ну, очевидно, гораздо выше, чем уровень игроков в первом дне. Красивый связыватель есть. И, собственно, все. Ладно, ребят, на этой несколько печальной ноте эта запись заканчивается. Если вам вдруг понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео со своим другом. Можете поддержать меня материально, став спонсором нашего канала. Тоже будет очень приятно. Все, ребят, до новых встреч. Играйте в магию и будьте клевыми. Пока-пока.